Чувашский государственный академический драматический театр отметил юбилей – 95 лет со дня основания. Поздравить коллектив театра со значимой датой пришли не только первые лица республики, но и коллеги артистов. Глава республики отметил, что о традициях и культуре чувашского народа известно далеко за пределами республики, в том числе и благодаря регулярным гастролям театра. Михаил Игнатьев поблагодарил коллектив за подвижнический труд, пожелал хорошего рабочего настроения, творческих успехов, аплодисментов, оваций и признания зрителей, самого дорогого, что нельзя заменить никакими наградами. Артисты театра Валерий Карпов, Елизавета Хрисанфова, Валерий Сафронов и Александр Яковлев получили государственные и республиканские награды. Сам театр получил сертификат на 500 тысяч рублей для организации гастролей в 2013 году. Театр омолаживается, театр совершенствуется, ибо в 21 веке зритель хочет больше видеть, может быть, шоу. Иной раз драмтеатру, может быть, это и сложно в своих постановках, но они умеют делать практически. Поэтому я благодарю вас за ваш творческий труд. Хочется пожелать такого же хорошего рабочего настроения, чтобы зрители Чувашской республики и в других регионах после ваших постановок всегда на ногах бурными аплодисментами аплодировали. А это для вас очень дорого. Никакими другими государственными наградами это не заменить. С праздником вас!